Всем привет, это Playgrime. Сегодня я ставлю на создание комплект Rina Prime. У меня есть все элементы для этого необходимые, и я нажимаю создать. Отлично. Комплект пошел, через 3 дня я начну его пробовать, и вы увидите, каков он в деле. Для его создания, ну, как всегда, понадобился шлем, каркас и система. Все эти вещи, они попадаются в башне Харокина, это в бездне, на оборонке первой, второй, на выживании, на зачистке. Все эти миссии очень сложные, и спасибо Sony Rime, он мне подарил этот комплект, и я смог создать Rina Prime. Чертеж мне выпал совершенно случайно. Для создания элементов к Rina Prime были нужны довольно редкие ресурсы, такие как морфиды. Ну чё, погнали на Марс тогда. Сейчас, ну, помнишь, да, миссию с боссом? Прибегаем. Убиваем босса. Да, если я могу, убиваю его. Забираем храм и убиваем. А если не можешь, то что? Мы погибаем, начинаем заново. Хорошая перспектива. Так будет на Юпитере, там посильнее немного будет. Прогресс миссии. Да, морфид один. Минус одна проблема. О! Морфид. Ты взял? Не уверен. Сейчас гляну. Я не успел увидеть. Да забей, на моба побежали. Я даже не понял, как ты успел убить босса. Я стрелу в него пустил, и он умер. С этими ребятами-то все в порядке уже. Нейронные датчики. Давай сначала на нейронный датчик сходим. Да, давай за ними, видимо, попроще сходить. Ты уже был на этом боссе, ты знаешь. Там сначала, короче, надо босса бить, самого босса. Угу. Потом, когда мы его добиваем, прибегает, короче, его собака, начинает его там воскрешать. Помню. Мы должны убить собаку за это время, короче. Люблю открытую, вот мне нравится. Потому что заходят чуваки, они все такие дружелюбные, помогают. Да, они просто делают свое дело. Ну, типа, и это прикольно. Я думаю, наверное, босса не успеем убить. Ну, да, попытаемся все-таки. Но все равно не успеем, но мы попытаемся. Как в Бличе, знаешь, нельзя сдаваться. Нужна помощь? Я готов. Да, вот сейчас собака прибежит, надо ее убить. А, ее уже убили. Пожалуйста, ребятушки, давайте быстрее. Вторсырье. Элемент питания. О, ништяк. Один есть. Понятно. Он вообще здесь не падает, но он просто так выпал. Ну, короче, скажешь, что мы побывали на Сатурне. О, сразу босс, отлично. Надо бежать 3 года. Я подожду. Так. Где собака? Бежит, а вот он. Все, убили. Нейроны. Убили. О, у меня больше, чем у остальных, нанесено урона. По-моему, у меня больше. Я тебя не считаю, ты читер. Понятно. Не выпали нейроны, датчики. Что? Не выпали? Да, выпали сплавы и еще какая-то херня. Понятно, бывает. А этот скин тоже стоит 140 тысяч. Ой, платины. 140 платины? Да. Ты понимаешь, что это кучу бабок слил в этой игре? И элементы питания. О, Никс почти 30-ка. Это вовремя я, кстати, на следующего фрейма перешел. Итак, Rina Prime каркас. Погнал. И Rina Prime система. Погнал. Отлично. Надо было еще сделать так. Все, супер. Ну вот я собрал все элементы, собрал все части Rina Prime. Встретимся через 3 дня в следующем выпуске Warframe. Посмотрите, как я бегаю в новом фрейме. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.